Доброе утро! Сегодня у нас 8 мая. Насколько знаем, что 7 мая 9 часов вечера обещали ответы уже, грин-карты выйти. Большинство людей в Узбекистане не ждали, в том числе и я. Поэтому вчера, когда я зашел проверить, я никак не мог зайти на этот сайт. В общем, как обычно это бывает. Наверное, у вас тоже такая же аналогичная ситуация у вас была. Причем, когда вы пытались зайти и проверить, выходила вот такая вот ошибочка, и никак не могли зайти. И через день я опять-таки попробовал это сделать. Причем я это попробовал сделать и с ноутбука, и с компьютера, что никак не мог ответы проверить. В итоге такие вот ошибки выходят, то я вас уверяю, нету причины беспокоиться. Это когда одновременно пытаются заходить миллионы человек в этот сайт, поэтому такая ситуация происходит. Можно не пробовать ни VPN, ни другие какие-либо альтернативные способы зайти туда, потому что вы просто не можете в течение 2 дней, а может и 3 дней зайти в этот сайт и проверить. Поэтому вам просто стоит подождать 2-3 дня, и я уверен, что вы зайдете и обязательно проверите результаты. Поэтому что могу сказать, вам удачи, и если кто-то выиграл, можете под эти комментарии написать, мы порадуемся за вас тоже. Если вам видео понравилось, то обязательно подпишитесь, и у меня есть куча видео, которые можете посмотреть. Удачи, пока!